Я бежал по пригородному шоссе в янтарном свете утреннего тумана и пытался молиться. «Господи, сделай меня непорочным!» Букмейт и издательство Popcorn Books представляют. Гарард Конли. Стертый мальчик. За эти годы я потерял связь с собой, потому что пытался стать кем-то еще. Гарарду Конли было 19, когда по настоянию родителей ему пришлось пройти конверсионную терапию, основанную на библейском учении, которое обещало исцелить его сексуальную ориентацию. Я потерял друзей, я запутался во всем на свете, я часто испытываю настоящее отчаяние, но стараюсь вернуть жизнь в нужное русло. Сын баптистского священника из глубинки Арканзаса, Гарард был вынужден преодолеть огромный путь, чтобы принять свою гомосексуальность и обрести себя. «Слишком многое вложил я в свою жизнь, чтобы так просто отказаться от нее». Слушайте аудиокнигу «Стертый мальчик» только на Букмейте.